Так, у нас сейчас на ускорителях такой обед. Мы пришли уже, сколько? Сейчас 12:30. Я себе сделала, правда, сейчас все пытаюсь. Со вчерашнего дня меня девчонки мотивировали, думаю, надо худеть. Вчера вечером уже после, правда, после 7 вспомнила, но после 7 уже не кушала. Только чай пила. Да, хлебушек такой я пошла купила, сейчас сходила. А себе взяла лавашек. У нас сыр оказался, что-то он остался. Не знаю, такой творожный, не знаю. Что-то все брали, я схватила. Столько народу было. Ну, не знаю, буду, не буду. Я огурец хочу покушать немножко с чаем. Яра, давай, ты тоже кушаешь. И у нас сейчас школа, логопед, психолог и уроки два. 4 урока у тебя сегодня, да-да-да. Глотай слюну, давай. Что? А с утра мы были на лошадках. Всем приветик. В общем-то, мы сейчас уже пойдем в школу. Что? Давай, ешь, ешь. Булочка, это кушай, это бородинские булочки просто. Так что вот так вот. Мы сейчас уже должны уже одеваться, нам 1:30 уже занятие через час. Так что еще бежать, но быстрее всего, наверное, поедем на автобусе, потому что должен быть сейчас дождь пойти опять, у нас дожди, и до вечера, не знаю, коляску будем брать с собой, не будем, как оно будет. Вот, но получится вот так вот. Я просто не пойму, честно говоря, почему такая, в общем-то, ажиотаж по поводу Ярослава занятий, я просто вообще не могу понять. Наоборот, мне кажется, надо радоваться тому, что ребенок учится, ребенок занимается. Девчонки, прекратите. Именно тех, которые пишут. Не пойму, в чем прикол вообще, в чем ваша трагедия. И почему вообще... Зачем опять приплетать Андрея? Как-то у вас в своей жизни, что ли, я понимаю, нарушено, наверное. Все не так гладко, не так хорошо, что постоянно вы мне тыкаете носом, что Андрей какой не такой. Но я же ваших мужиков вообще не вижу, не знаю. С другой стороны, если они у вас нету. И у каждого своя пара подбирать. Я уже как бы эту тему открывала. Не от того, что возраст, не возраст. А, ну, то есть, как бы судить. А когда мы рожали, Ярика рожали под 40. Поэтому я представляю, знаете, мне иногда такое впечатление, хочется вот сюда вставить картиночку, как выглядит человек, который мне пишет вот это. Просто я в этот раз не вставлю, но девчонки, которые в группе, я в следующий раз вам поставлю, девчонки, честно. Ну, то есть я уже ставила в группу нашу, я сюда поставлю в следующий раз. Мне как-то тоже один раз тоже там писали, а потом оказалось, как я посмотрела, то же самое сейчас такая же фишка. Под 40 рожала, не было от кого, смысла не было от кого, у меня же не был ни последний шанс. Я была, почему я рожала в 36-37, 500 раз рассказывала. В свою жизнь не надо на меня примерять. У меня была проблема в другом. У нас болела мама, я за ней смотрела. Я была единственный человек, кто мог смотреть за матерью. Больше никого не было рядом. Мне надо было сдать ее куда-то в больничку или сгубить. Она очень достаточно тяжело болела после инсульта. Я была с ней единственный человек. На тот момент отец умер. Бабуля тоже была. Бабуля под 90 лет, смотрели еще и за бабулей. Андрей мне помогал, да. Мы приняли, ну, может быть, как говорится, это другой вопрос, может быть, надо было на самом деле тогда принять другое решение, заниматься своей жизнью как-то больше, да, надо было, может быть, рожать вот второго, чтобы, типа, мы как-то трусились, потому что были большие нагрузки, были большие нервные срывы за счет того, что я, пожалуйста, поближе, у нее была эпилепсия, были приступы, постоянно скорые, реанимации, ну, было не до. Потом уже, да, было поздно, может быть, на самом деле. Ну, в общем-то, что сделано, то сделано, но это был не последний единственный шанс, согласитесь. У меня было время, мы были с ним не все, не в 40 лет же познакомились. Еще сказать, что вот я нашла, увидала мужика, побежала. Я его нигде не искала, нигде не разыскивала. У меня вообще проблем не было, чтобы, типа, ой, нет кого рожать, вот кого-то нашел. Нормальный человек, кому-то как-то, кому нравится, кому не нравится. Мне, может быть, ваш мужик покажете, мне, может быть, он тоже реально не нравится, или по поведению, по характеру, как-то всегда. Ну ладно, мы сейчас кушаем, просто мы были на лошадках, на занимались, а я пришла, смотрю, там, давай, ты ешь, и в школу, да, ты в школу идешь, давай, ты идешь в школу, мы идем в школу, ешь, у нас такой уклад, в общем-то, ладно, все ерунда. Мы сейчас идем заниматься, пока завтракаем. Наш, в принципе, но Яра это обед, а у нас завтрак. Мы еще не кушали даже. Единственное, что я, по-моему, я даже не помню, кофе пил, не пил с утра. Вот. А вы пока посмотрите, как мы должны. Тяжелое было занятие, очень трудное такое, сложное. Оно было на вестибулярку. Кусочек, может быть, поставлю. Может быть, я не знаю, там сколько мы снимали. Андрей снимал, потому что полностью занятие не получилось снимать. Мы ставили чуть-чуть. Яр, пожалуйста, кушай.
Поэтому не знаю, то ли оно все будет здесь, то ли если что-то, я напишу, ссылочку поставлю, что смотреть его отдельно, может быть, на особом детстве. Но мы делали восьмерки, останавливались, то есть как бы именно работа на вестибулярный аппарат. И опять же, как Светлана говорит, у него все замечательно было, он и ехал задом наперед, и у него ни разу никогда не было ни тошноты, ничего. Ну, а садясь в машину, опять мы вспоминаем, что нам надо поблевать. Яра, ешь, пожалуйста. Поэтому посмотрите, в общем-то, и встретимся уже, наверное, по дороге в школу. Конечно. Держи. Держи руками, как он будет махать. Выпрямись. Молодец. Классно. О, о-о-о-о-о. Шикарно. Хорошо. Мы наконец дошли до нашего паруса. Все, давай три штуки. Да, да, ему три штуки, а остальное поле. Все. Все, давай. Иди в кормушку, ну давай. Где его кормушка? Там? В углу или здесь? С той стороны кормушка. Да, она там. Он вот профессионал, он это знает. Как кушать надо. Ага. Ой, ты! Ну что, мы с нами вода это, чтобы на коляске не могла. Да, мы даже пробежали, потому что троллейбус ехал. Обратно посмотрим. Давай сейчас туда доедем, а занимаемся. Да, там. Такая погода. Как получится. Дождь пытается. Должен был дождь пойти, чуть пока не пошел. Он моросит. Иди садись в этот, на сиденье. Садишься? А? Вон там, вместе с собой. Девочка, скажи, остановимся? Иди садись. Я думал, что я снимаю. Ну и хорошо. Это останется нашей тайной. Да, Ираса? Обратно, хорошо. Все, отдыхаем, так. Отдыхаем, подожди, отдыхаем. А то язык устал. Так. Нет, головой не отдыхай. Вставай. Все, еще раз вставай. Вытаскиваем. Молодец, убираем. Прям держишь, хорошо. Умничка, молодец. Молодец. Умничка, молодец. Все, убираем. Убираем, отдыхаем. 3 секунды. Отдыхаем. На путь. Сейчас мы ждем еще психолога, сейчас будет занятие уже, правда, полчаса ждем. У нас до двух был логопед, а сейчас полтретьего. Психолог, она с другой школы едет, поэтому, а потом подниматься еще наверх нам. Вещи, да, или там предметы мебели, которые как-то между собой связаны, то есть они к одной категории относятся. Карандашком давай черти линию, только в руку. Тихо, нормально, беги. Торопись нормально. Торопись нормально. Здравствуйте. Торопись только, красиво торопись.
Вот теперь вы знаете, как правильно нужно писать это слово. Это слово имеет синоним, можно заменить каким синонимом? Так, как? Если забыли вдруг, как пишется слово, потому что вспоминаем, что есть синоним так. Записали слово «потому что», выделили те орфограммы, которые обозначены зеленым, зеленым. Ничего. Давай, а что это? Я сейчас тебе не приму такую работу. Давай. Старайся, давай. Сверху. И две точки не забудь, чтобы ты не забыл. Так, распределили? Да. И зачем руки назад он делает? Он, что... Так ему удобно, видишь? Все, нет. Давай договоримся нормально. Хотя если простой ребенок бы так бы делал, прыгал бы от радости, ты бы этого сюда, а ты сразу нет, стой. Так не делай. Все, давай, выключаем заход. Все уже убежали. Мы пока дойдем, лето настанет. Нормально, молодец. 4 урока. Ну как тебе, Ярослав? По 45 минут. Не, молодец. 4 урока, да. 4. Ну, ну, до этого плюс были еще лошади, да? Тише. Нет, ты молодец. Зато интересно как. Ты много чего узнаешь. Про писателей, про это, всякие определения, всякое. Но оно как-то, раньше это было, ну, было, но сейчас это как-то в другой форме, я не знаю. Почему-то да, более так. Здесь как-то в школе оно как-то по-другому. Почему-то. Вы просто не видели, как детишки бились за то, что за право с ним посидеть и почитать. Об этом не говори, об этом не говори. Да. Там все тебе сейчас разведут. Да, сейчас, ну ладно. Ну, как сказали, что типа это они просто сейчас постарше станут, они уже прошли этот период. Станут постарше, нет, это уже другой развитие. Они не правы, просто я не говорю вот так. А ребята уже прошли этот период, когда они начинают после до 4, просто люди не общались, люди не понимая, они живут эту жизнь, делают свои выводы непонятные. По сути, своего просто характера, как бы я это сделал. Мы это уже прошли, я разжил,
живет во дворе с ребятами, общался. Был момент, когда ребята подросли и не понимали. 4-5 лет они уже не общались. А сейчас они переросли, они наоборот уже выросли. И я не думала, что дальше будет хуже. Я думала, что дальше будет только лучше уже. Они уже по-другому. И это распространится не только, потому что уже, видите, на параллельный класс пошло, да вообще в класс. Честно говоря, даже старшеклассники как-то вели себя по-другому. Да? Сейчас это как будто он здесь всегда был, да, всегда и учил. Было вообще очень тяжело, мы даже не снимали много чего. Надо было просто самим пережить. Угу. Было очень сложно. Ребята тоже были сложные. Сейчас в основном только если мелкие кто-то спрашивает. Ну и то они по существу, типа жалеют, сочувствующие, да. Типа что с ним? Что случилось? Что да, почему в таких этих, это... Что происходит, и все. То есть они думают, что какая-то травма или что-то произошло. А так они абсолютно спокойно все относятся. И наоборот, мне кажется, эти классы аккуратно уже пережили эту ситуацию непринятия, когда они были помладше, подрастали, но им было еще рано это понимать. И все равно и вся школа перестраивается, знаете. Они все равно вообще. Дальше будет видно. Да. Как оно будет, я так далеко не загадываю. Давайте, как говорится, решать проблемы по мере их. Вот это началка, а потом. Давай дальше, дальше потом будет еще видно. 2,5 года. Давайте, да потом еще доживем. Дальше будет видно. Да, будет видно. Как оно будет дальше, куда будет дальше, что будет дальше. Сейчас она здесь так. Да. Потом... Потому что где-то цепляется, что? А моя мама сегодня работает. Дальше. Они рядом с ним. А что, ты сама не работаешь? Там может и не быть кохов. Нет, там не будет, Яр, пойдем. Там не будет. Ты пришла за ко-ко-ко-ко. Ну да. И что? Ну я знаю, что сын тут. Помимо ко-ко-ко любит. Ага. А старший дочь любит что? Переработки ко-ко-ко. Переработки это что? А.
это понятно. Вот еще и килька. Яр, ну не красная цена только. Нет, давай подороже вот, чуть возьми. Вот. 29, сколько? Больно. Вот он. Смех смеха. Ну главное, чтобы они были такого же качества, да, что. Не, ну вообще хочешь сказать. Бывает иногда. Ну возьми, хочешь, возьми. Что такое? Не, это вот слишком. Не, это не надо. Я да. А чтобы изжоги не было, этого не было. Давай. Кто бы что ни говорил, но кильку. Ну, любим мы кильку. Сейчас ты опять закидаешь, ты опять вискас берешь. Ну возьми пару штук. Давай я тебе возьму. Нет, там лучше бы его подняли. Не, поднять куда? На шею. Ты что? Мил, не делай. Мил, не делай. Я больше не подниму, я, честно. Не делай. Стой, знаешь, что сейчас мы сделаем? Я брал это. Ага. А какой ты хочешь? Вот это? Я вот это брал сейчас. А что ты брал? Ты что-то не брал? Остальное, я все только вот этот брал, остальное не брал ничего. Стой. Не, это слишком. Давайте просто достану, а ты клади. Нет, так нет. Ягненок с курицы, клади туда. Или Яр, ты просто кладешь, или мы уходим. Ну сейчас не получится. Нет, ты не достанешь, Яр. У тебя не поднимет, ты уже давай, большой. Давай, клади. Еще один возьми. Говори пока. Вот это? Вот это? Вот это? Вот это? Роза? Ага, в итоге мы кричали, некали. И что? Ну все, потерялся, Яр, давай. Давай. Все. Все, мы уже начинаем. Все, один. Все. Этот суп. Суп нам не нужен. Ты что? Там и цены нет на него. Сейчас мы глянем. Хорошо. Хорошо. Акции 5. По цене 4. Ничего. Цена за одну штуку при покупке 5. 15 рублей. Их 5 штук надо взять. Нет, все, не много. Я не знаю. Все. Пошлите. Так, а здесь что? Аккуратно. А что там? Это релакс. Вот. Тебе нравятся такие? Да. Все, клади. Аккуратно. Прикольно очень там. Да. Ты уже начинаешь баловаться. Что там еще есть? Часть мяты. Ну, я хоть беру мяту вот простую, но ты знаешь, что без скидки, потом будет когда на скидке. Mm. Я беру и смешиваю черный чай, тоже классно. Я не знаю, что это. Пока да. Пакет нужен? Нет. А мы слышали вопрос? Да, нету. Ну, один пакет. Ай, ел! Ты только в коляску бросил? Нет, пакет. Ай, ты, блин! Все, слышал тебя, дед. Все, проходи. Все, молодец. Все, проходи. Что там? Яр, правда вот это твоя борода, которая на тебе висит? Нет. Или хвост, да, надо выбирать. Пойдем, это оставим, потом разберем все. Будешь разбирать сам, хорошо? Хорошо. Хорошо.
Погода дождливая такая вообще. Глотай слюни. Яр, давай, давай. Шуруй. Стоять. Успеваем, а потом следующим поедем. Сейчас пускай подожди. Останавливайся. Не-не-не, оттуда. Поворачивать. Видишь, люди как тебе помогают, даже пробегает сквозь. Но тебе не все равно, давай. Все, давай. Надо просто улыбнуться и все. Человек после 4 уроков, да? И плюс это. Веселый парень. Открывай. Дубль-2. Раз, все, дубль-2. Давай. Пока-пока, давай.